В это воскресенье работники торговли отмечают свой профессиональный праздник. Знаете, нас инструктировали. Приезжающих, в отличие от проезжающих, спасибо, обслуживать хорошо, поскольку наш ресторан – визитная карточка города. Сейчас я это и сделаю. Из диетического есть только курица. Вот и отлично. Именно они обслуживают нас в кафе и ресторанах, помогают выбрать нужный нам товар. Каждый день проходит под знаком «Купить-продать». Отрасль торговли занимает второе место в валовом региональном продукте Чувашии. Это почти 14%. Эта отрасль также традиционно остается лидером по обеспечению занятости населения. Около 40 тысяч человек, а это почти 13%, трудятся именно в данной сфере. Во многом благодаря вашим усилиям и профессиональному отношению к делу рейтинг Чувашской республики и ее узнаваемость постоянно растут. Магазины шаговой доступности, федеральные сети, интернет-пространство. Выбор огромен, и везде есть специалисты этой сферы. Мы прекрасно представляем, как вам тяжело это работать. Вам ведь надо еще и план сделать, и удовольствие человеку доставить, и вызвать у него восхищение, и чтобы он пришел еще раз. А ведь это как трудно, особенно в современном мире. Для чего стараемся вместе с вами, чтобы у нас в городе жили все счастливые люди, и вы делаете очень-очень большой в этом вклад. На торжественном мероприятии наградили лучших представителей отрасли. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.